Всем приветик на моем канале, моим подписчикам и также, кто впервые меня смотрит, всем шопоголикам, любителям покупок. Сегодняшняя моя покупочка пришла из Англии, из сайта Next, напрямую в Украину. Был сделан заказ, пришла очень-очень быстро, за дня 3, наверное, хотя они обещают доставку дольше. Принес курьер прямо на домашний адрес. Что же в этой посылочке? Сейчас давайте рассмотрим вместе со мной. Итак, первая моя покупка и главная покупка, ради которой делала заказ, это пиджак для школы. У меня опять школьная тематика, и самый главный элемент это школьный пиджак, естественно, который на многих сайтах, я вам скажу, я искала, но на возраст вот 6-7 лет очень мало сайтов предлагают пиджаки, в основном постарше. И в Next я даже удивилась, что нашла более-менее за такую цену еще нормальную, и поэтому решила, честно говоря, на свой страх и риск взять, потому что вы же понимаете, онлайн покупки это всегда лотерея своего рода, ты не знаешь, как она будет сидеть, как понравится, не понравится, какой крой и так далее. Поэтому так на вид я уже вижу, что в принципе я думаю, что подойдет она в пиджак. Он полностью, ткань мне нравится, хоть это 100% полиэстер, но она такая вот плотная какая-то, такая ткань не из дешевых, то есть не видно, что он такой, знаете, дешевый какой-то совсем вариант. Две пуговки, здесь такие карманы, просто классический вариант, и здесь еще внутри такой интересный, здесь сейчас покажу потайной карманчик на молнии, такого не видела, честно говоря. Вот, есть бирочка, где подписывать можно имя, что немаловажно. И он не сильно мнется. Вообще эти пиджаки тоже написано, что как и брюки, которые я раньше снимала видео про школьные брюки, дам ссылочку в описании, которую вы сможете посмотреть, которые можно стирать в стиральной машине. Этот пиджак также указано, можно стирать в стиральной машине, и он не должен, скажем так, испортиться и мяться. Ну, будем смотреть. Следующая моя покупочка – это вот такие тапочки для школы. Как вариант, сменной обуви подойдет в школе ходить. И можно, наверное, даже культуру, может, кто-то возьмет. Ну, нет, это как сумка я брала. Это обычные коневые тапочки на резиновой подошве. Выглядит очень-очень так достойно, я скажу, как альтернатива кожаным туфлям или саночкам. Липучка я проверила, очень сильная, хорошо держит. Я надеюсь, что она выдержит все переодевания, долго будет держаться. И я вам скажу, что качество мне очень нравится. Они хотя просто выглядят как мокасинчики, да, то есть как садиковские тапочки, возможно, кто-то скажет. Но как в школу очень удобно детям одевать. И зачем заморачиваться, если вот англичане придумали сами такой вариант для школы. У них один вариант такой школьной обуви. Я вам скажу, что все сайты делают подобные тапки. И Джордж, и Марк и Спенсер, и вот Next. Только вот они очень похожи. Только в Джорджи, по-моему, есть прорезиненный носком. А так они одинаковые, как такие школьные форменные тапочки у них носят все. Последняя покупочка, это я брала упаковку из 5 белых маек. Опять же, в школу поддевать, да, под рубашки, под полы и так далее. Вот таких 5 маечек Next. Очень приятный катон, здесь 100% катон, но он очень приятный, я вам скажу, есть разница с другими вот марками. Я надеюсь, что она не будет растягиваться, потому что, допустим, маечки, которые там из более дешевых английских сайтов, они, конечно, со временем после стирок растягиваются. Мне это не очень нравится. Я надеюсь, что Next это как более дорогой бренд считается. Возможно, не будет такого. Вот обычные белые маечки, ничего особенного, упаковочка идет. Вот была сложена из
25 штучек. Всем спасибо, кто посмотрел мое видео. Кому нравится мой канал, мои видео, кто любит шопинг, покупки, рассматривать новинки и просто интересоваться косметикой и одеждой с иностранных сайтов, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И пишите в комментариях, давайте с вами общаться, что вам нравится, что бы вы хотели посмотреть. Спасибо большое еще раз. Пока-пока.